На пути железнодорожном будь предельно осторожен. Итоги конкурса детского творчества подвели сегодня 8-й гимназии. Поводом для образовательной акции стала трагическая гибель 9-летней девочки под колесами поезда на станции Мегет в январе прошлого года. Данный конкурс был объявлен впервые, поэтому такое массовое участие приняли ребята, активное участие, молодцы, все очень заинтересованы, активно приняли участие. Также непосредственные руководители контролировали процесс этой работы. Рисунки на конкурс подготовили более 300 школьников из 23 образовательных учреждений. Победителями стали ученицы 8-й гимназии Анастасия Батова и Ангелина Фадеенко. Также благодарностями и почетными грамотами организаторы отметили педагогов, чьи ученики приняли участие в конкурсе.